Здравствуйте. В ночь на 17 декабря 2021 года на проспекте Калинина в Пятигорске Ставропольского края произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы ГИБДД, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Mercedes-Benz. От столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения, в результате чего пассажирка автомобиля Hyundai получила травмы, от которых скончалась на месте произошедшего. Оба водителя не пострадали. У обоих была взята кровь для проведения анализов на состояние алкогольного и наркотического опьянения. В управлении ГИБДД Ставропольского края также подтвердили, что за последние 2 года виновник ДТП более 10 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства и причины столкновения выясняются. По официальным данным ГИБДД России, за прошедшие сутки 16 декабря 2021 года на российских автодорогах зарегистрировано 322 случая ДТП. В них погибли 35 человек, один из них оказался ребенок. Различные травмы получили 399, 32 из них – дети. Будьте внимательнее на дороге, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения, берегите себя, всем удачи и добра!